Всем здравствуйте. Сейчас у нас будет такой расклад, вызов. На моменте расклада, кто его просмотрит, мужчина явится к вам на порог. Ну, может быть, напишет, может быть, пригласит вас куда-то. Можно смотреть, загадывать мужчину, любого. Того, с кем познакомились, или у кого уже давно есть общение, да, бывшего, с которым не общаетесь, неважно. Ну, 70% было то, что мужчина объявлялся, ну, объявлялся, да, либо же писал женщинам. Ну, просто смотрите расклад, и мужчина объявится. Не обязательно, что сегодня, может, у кого-то через день-два, неважно. У кого-то, может быть, и на момент просмотра расклада объявится мужчина. Кому нужны будут мои личные расклады, вы можете обратиться, написать ко мне на WhatsApp. Номер WhatsApp своего я указываю под видео. Сейчас мы будем смотреть, что это за мужчина, кто вы ему. Смотрится только на одного мужчину. По поводу ритуалов, приворотов, деструктивных работ. Женщины, которые спрашивали у меня. Нужно обращаться ко мне лично. То есть на такие темы я здесь не общаюсь. Поехали. Загадываю мужчину. Чувства, мысли. Знаете, я сразу хочу сказать, что здесь пришел человек, которому очень плохо. Во-первых, человек женатый. Есть обязательства. Есть обязательства. Человек женатый. Безусловно. Но вы знаете, тут аист парит над гнездом. Может быть, человек и хочет уехать, оторваться где-то от семьи, от родственников. Он устал. Возможно, мужчина, который имел два брака. Вы знаете, этот мужчина воспитывался в строгой семье. Скорее всего, у него были строгие или родители, или, может быть, другой менталитет, другая религия, другой народ. Но вы загадали несвободного человека. В несвободном полете этот человек, в несвободном полете. Вы встречаетесь где-то в доме, в казенном учреждении, может, на работе, может, вы к нему ходите на работу, может, он к вам ходит на работу. Что сказать? Человек думает о вас, да, но человек после работы летит в свой дом, к своей жене. То есть вы загадали несвободного человека. И в данное время ему очень тяжело думать о вас подобно смерти, потому что здесь проходит какая-то трансформация. Вам высшие силы давали знаки. Я еще что хочу сказать. Здесь может быть так, что он привороженный своей женой. То есть если он привороженный своей женой, то ему нужна определенная помощь, помощь мага. Потому что здесь, скорее всего, что-то она ему и делала, как-то колдовала. И я хочу сказать, возможно, может быть, они еще с женой, я, конечно, понимаю, это неприятно слышать, да, то, что я рассказываю о его жене, возможно, они с женой поженились, пройдя через какую-то серьезную ситуацию, либо была какая-то определенная ситуация у них в жизни, кто-то умер, или же их поженили родители, вот, может быть, их уже нету. Думает он о вас, думает о вас, тоска какая-то, да, вот как собака тоскует по хозяину. Собака тоскует по хозяину, но это еще и говорит о верности своей жене.
карта у меня упала. Ну и как же беспокойство? Да, конечно, беспокойство в вашу сторону. Только хотела сказать, что чувствует, что думает, тут беспокойство. Он где-то за вами наблюдает. То есть за вами есть какое-то наблюдение, может наблюдать в четыре глаза. Что такое в четыре глаза? В четыре глаза, когда человек наблюдает с двух аккаунтов или же еще с каким-то человеком. И он ждет. Вот видите, собака у нас сидит, ждет вас, где-то пересечься, ждет вас. Потому что собака сидит и ждет хозяина, да, то есть он ждет вас, чтобы где-то как-то с вами пересечься. Я вам говорю, что здесь имеет место быть магическое воздействие, имеет место быть, определенно место быть имеет. Хорошо, что сегодня он думал о вас? Но он беспокоится, тут карта беспокойства, карта наблюдения. Что сегодня думал ты? Что медленно что-то происходит у нас? То есть это новое, скорее всего, знакомство, медленно идет течение. Или он куда-то хочет уехать, может, даже и скрыться хочет. Ну, он видит вас сильной личностью, да? Может, хочет скрыться, допустим, да, залечь на дно. Что ты задумал? Какие у тебя планы? Ну, флирт. Вы ему нравитесь однозначно, да? Флирт. А, смотрите, у нас тут выпали, да, цветы. Такой период. Ему радостно вас видеть, да, но он вас боится. Возможно, да, человек не свободный, человек женатый, и здесь не хочет огласки, сильно тянет. Он видит, что вы сильная личность. Здесь, кстати, под цветком может у нас скрываться и могильные цветы, плита, гроб. Так как я некромант, я работаю с мертвыми, да, я работаю по чернухе, я даже ощущаю запахи вот этих всех вибраций, энергий. Я хочу вам сказать, что, скорее всего, еще здесь имеет место быть приворот от жены. Скорее всего, может быть кладбищенский. И если это так, то человеку действительно нужна помощь, потому что он как не в себе. Он вот, простите, как ёбнутый, может постоянно говорить о своей жене, а вы ему нравитесь, да. Тут карты показывают, что да, вы ему нравитесь. Что у него на душе к вам? Ну, видите, род у нас идет, то есть крепкое дерево, что-то родное. Очень часто семерки здесь сейчас выпадают. Может быть, у него 07, 06, 07, 07, день рождения у него. Может, у вас. Что-то родное чувствую, да, вот что-то родное, что-то такое вот, то, что он как будто бы знал раньше, как будто бы знал вас раньше, да, то есть вот. Очень много страхов, что касаемо вас, есть. Его и тянет, и он и боится, и он сам такой, может, человек, у которого есть проблемы с психикой. Человек, который забыл, может быть, хорошее в людях, он не доверяет людям, у него есть какие-то... Ну, может, да, вот человек, который не доверяет людям, у него есть какие-то переживания, сопереживания, какие-то непонятные, да, вот у него мысли насчет людей, он никому не верит. Я понимаю, что сейчас все обманывают, но не все же такие, да, люди. Вот. У него есть какие-то страхи. Может, даже бессонница. Есть бессонница, человек думает о вас. Но однозначно он не свободен.
Может, кстати, человек еще и болеть. Здесь может быть такое, что он болеет. И сердце у него может быть тоже больное, потому что он как будто бы на две стороны, да? Я вот говорю же, что человек не свободный, но он о вас думает. Видит вас, когда тоже какие-то сердечные переживания. А как он относится к вам? Ну, видите, книга закрытая. Относится как? Он закрывается. Он закрывается. А причина, но он не свободный, поэтому он закрывается. Но тайные чувства какие-то есть. Тайные чувства, страхи, все это есть. Может, написать вам хочет, но боится, да? Трансформация, смерть. Или выжидает время, да? То есть человек выжидает время для чего-то. Может проходить тяжелый период в своей жизни сейчас. Человек занятой, много времени у него. Да, у человека много времени. Человек все куда-то спешит, все куда-то хочет поехать. Может, он так на работу ездит постоянно. Занятой человек. Вокруг него люди, которые ему завидуют. То есть, скорее всего, человек, который очень много попадался на людей, которые его предавали, допустим, да, как-то вот крысы выпали, человек, который был вокруг этих людей, да, допустим, которые вот ему как-то не угождали, или же, может, он хотел многого, большего, но этого не получалось. Человек, который не доверяет. То есть тут человек не доверяет. Не доверяет. Хорошо. А действия какие к вам будут? Ну, знаете, ползти будет как змея. Сначала он будет все вынюхивать, выжидать, почву прощупывать будет. Выбор у него будет какой-то. Будет принимать выбор. Точнее, да, делать выбор насчет вас, этот человек. Не знает, как поступить с вами, если честно, этот человек. Просто не знает. Тут может быть или конфликт у вас с ним, или какая-то передряга, или что-то. Он может не выдержать и наговорить вам что-то сказать, или же уже сказал, да, то, что вот, а ему теперь стыдно, понимаете? Что-то он сказал, а теперь ему стыдно. И так может еще быть. Давайте спросим, а что? Что-то хочет сказать по картам. Что хочет сказать? Ну, что есть препятствия. Препятствия есть в отношениях. Может, он боится какого-то мужчину, допустим, да, который наблюдает за ним. Боится лишиться семьи, может, что-то. Но он привороженный, скорее всего. Мужчине лет 35.
на которого вы смотрите? Ну, смотрите, здесь видит вас красивая женщина, я так скажу. Но прям что-то, если серьезно, вы ждете от него в ближайшее время, нет, этого не будет. Чтобы прям что-то серьезное, вы нет. А со временем, может, со временем будет какое-то предложение. Если, допустим, он в браке, вы можете стать причиной его развода. Обновление, да. Но смотрите, здесь вообще лучше, конечно, женщинам прийти на личный расклад. Потому что я все-таки вижу очень сильный приворот. Человек как будто бы не в себе, говорит постоянно о жене. Это что-то не в себе у человека. Обычно так сказывается приворот. Тут знаете, что еще? Человек любит деньги, большую прибыль. Вот есть люди, которые любят деньги, есть вообще которые, да, ими живут. Угу. Тут еще ребенок выходит, дочка, возможно, у него есть. К дочке жена тоже делала привязку. К дочке делала привязку. У него есть к вам чувства. Он пытается отдалиться, пытается их как-то загасить, эти чувства, потому что, во-первых, да, очень много людей как будто за ним наблюдают. Это может быть человек, который занимается, может, он руководитель где-то, да? Такое возможно. Может, он руководитель. Но даже если он и женат, то в душе у него, конечно, одиночество. Хорошо, окей. Я хочу посмотреть на других картах. Еще добавим. Посмотрим. Человек очень сильно вам понравился. Так, на каких посмотрим картах? Думал ли о вас сегодня? Думал, что думал, какие чувства? Ну вот двойственность у нас, да, на картах выходит такая. Почему? Ну, потому что это любовный треугольник. Думал о жене, о вас, о работе. На работе вы, может быть, познакомились, да. Вы платили ему деньги, может быть. Он оказывал вам какую-то услугу, а вы за это ему платили деньги. О встрече вашей часто помнит. А, теплые чувства. Чувства теплые. Очень теплые чувства. Но и жена, и дети тут. Что ты задумал? Отдалиться хочет. Отвлечься как-то на себя. Он пользуется популярностью. То есть этот человек пользуется каким-то авторитетом. Тайна может заходить на ваш там WhatsApp или где вы там, я не знаю, и просто вот так вот смотреть на вас там где-то.
тайно. Тайно наблюдать. Ну, как тайно? Не писать, а зайти там в WhatsApp фотку посмотреть, какая там у вас фотка стоит, что там у вас. Может выпивать. Может видеть вас в мужских энергиях. Такое тоже возможно. Может делиться про вас, рассказывать мужчинам, каким-то друзьям. Но здесь он вам больше понравился, чем вы ему. То есть, да, я не буду тут врать. Как тут у нас псевдогадалки вас наебают. Я прошу прощения за выражение. Он вам больше нравится, чем вы ему. И он это ощущает. Он это знает. Что вы больше к нему тянетесь. И ему от этого трудно. От этого ему труднее. Человек, который... Вот он увидел, что вы... Как сказать... К нему тянетесь, да? И ему от этого почему-то больнее, тяжелее. Но сюрприз какой-то можете от него ожидать. Он видит вас что-то такое свое, что-то родное, да, такое. А какой сюрприз, скажи? Может, конечно, нежданно, где-то негаданно вам написать. Давайте посмотрим, что за сюрприз. Ну вот от этого сюрприза вы можете прям бежать, потому что здесь может через какое-то, не сейчас, через какое-то время показать тоже вам свой характер какой-то. Вот. Может, знаете, как переиграть все, показать, что вот он заинтересован вами, а потом сделать так, что это несерьезно. Смотрите, человек очень такой хитрый. Продуманный, не доверяет людям, пользуется какой-то своей харизматичностью, да? Так поняла. Ну, а вот вы переживаете, и переживаете очень сильно. Его к вам тянет, и он, конечно, не понимает, в чем проблема, почему он там как мальчишка к вам тянется, да, вот так вот. Он думает об этом. Есть эти мысли, такие мысли присутствуют, но, опять же, тут присутствует и жена, поэтому здесь, возможно, что есть что-то такое вот от нее приворотное. Тут жена хочет ему еще, скорее всего, родить ребенка, это да. Или же не получается, то есть этого сделать. Да, вот она хочет, а не получается, что-то не идет. Вы знаете, здесь человек хочет сломать систему какую-то, вот узнать какие-то ваши слабые стороны. Но тут, знаете, как мужчина коллекционирует внимание женщин о себе. То есть в этом вопросе тоже будьте бдительнее. Мужчина как будто бы, да. Вот вы знаете, он как будто бы слепой, ничего не замечает. Очень много четверок выпало. Обращайте внимание, это будут ваши знаки на сегодня. Значит, но он замечает что-то в вас, да, но делает вид, что не замечает. У него есть хорошие сбережения, у этого мужчины. Деньги отложены. Ну, жена тут выпадает. И...
здесь женат, здесь в браке. Может быть, в двойном браке был, то есть, да? Вот этот человек, он пользуется авторитетом. Уже мне много раз карты показали это. А вот вам он хочет тоже вот что-то или скажет такое доброе, или ну, действие будет какое-то. Ну, действие будет. Это новое знакомство у вас с этим мужчиной, скорее всего, в стенах работы, или, может, приходили вы куда-то за помощью, он делал вам какую-то услугу, да? Имеет место быть. И вот тут опять идет какой-то подарок. Давайте смотреть, какой. Вот выход из каких-то ограничений. Вот что-то он сделает такое, что вас удивит. Это верующий человек, он верит. Ему не хватает здесь, получается, вашего внимания. Если вы видитесь, допустим, очень редко, крайне редко, да, пересекаетесь где-то. Может думать о вас, что вы в достатке живете, у вас все есть. Может такое думать, да? Что-то родное, что-то свое, что-то такое вот, может, мы похожи, он думает. Он вам снится, кстати, здесь он вам снится, может быть, энергетическая связь какая-то, да? Но вообще лучше, конечно, делать общий расклад, потому что здесь имеет место быть приворот. И вам прям тяжело, когда он вам снится. Вам прям, ну, не по себе, некомфортно как-то у вас все, да? Вот вам как-то хочется, не знаю, что ли, вот и забыть это все. А он идет в голову, идет в сон. Не всегда это, конечно, если вы часто о мужчине думаете, он тоже о вас думает. Но вообще в основном... Есть люди, у которых тоже есть какая-то, да, телепатия, энергия такая, вибрации высокие. Будет какое-то прояснение у вас с этим мужчиной, но у него вот семья, у него род. И он, такая карта, да, на ней мы и закончим. Идет время. Время к чему-то подойдет. Что-то вы узнаете об этом мужчине. Тут либо напишет вам, кстати, это же расклад вызов, тут напишет, потом отчитаетесь. Но в большей степени я склоняюсь, что жена этот род создала приворотом. Был заказ приворота на этого мужчину, да, был заказ приворота на этого мужчину. И поэтому мужчина вот такой вот весь не в себе, да, так сказать, весь в жене. Поэтому здесь нужно, ну, как-то его спасать, потому что здесь человек как будто бы зациклен вообще не на себе. Ему лишь бы поела жена, но это ненормально, и... Тут вот как докинем еще карту, маятник, да, спасите, спасите. О вас он думает, сегодня думал о вас. Вот. И мысли у него теплые насчет вас. Мысли у него... Не сказала бы, что негативного ключа. Хотя человек пытается их избежать и бежать, уйти от мыслей насчет вас, да? Заняться своей работой пытается, но опять мысли о вас идут. То есть вот такой у нас был расклад. Все.
Все, на этом мы заканчиваем. Я всем желаю добра. Кому нужна моя личная помощь, вы можете обращаться ко мне на WhatsApp. Даже вот на дне колоды проявление этого мужчины вышло тоже. Номер WhatsApp я закрепляю под видео. Всем желаю всего хорошего, не болейте.